Еще совсем недавно одной из главных проблем для Белореченска был старый мост через реку Белую. Теперь белореченцы своими глазами могут видеть, как продвигается строительство нового моста. Работа идет в две смены, и уже к ноябрю планируется закончить не только реконструкцию самого моста, но и работы на прилегающей территории. Старый мост был построен 50 лет назад. С тех пор поток машин, причем не только легковых, значительно увеличился. Несмотря на возросшую нагрузку, мост ни разу не ремонтировался. Сейчас он находится в аварийном состоянии. По многочисленным обращениям граждан в 2015 году было принято решение о строительстве нового моста. Разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы и заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В сентябре прошлого года строительство началось. Непосредственно сейчас производится сборка металлического пролетного строения. Мост длиной 162 метра. Весь объект строится за счет средств краевого и федерального бюджета Краснодарского края. Сейчас на данный момент освоена уже практически половина всей суммы от общей стоимости контракта. Все работы идут в срок. Конец производства работ и сдача объекта в эксплуатацию – ноябрь 2017 года. Масштабы строительства впечатляют. Весь участок производства работ занимает более километра. Сюда входит не только протяженность самого моста, но и подходы к нему со стороны Белореченска и Апшеронска. Согласно новым требованиям, на каждом из подходов будет установлено локальное очистное сооружение, через которое будет проходить вода, прежде чем попасть в реку. Также в проекте нового моста предусмотрено в два раза меньше опоры в русле реки. Это увеличит ее проходимость и предупредит возможные заторы во время паводков. Старый мост после открытия нового будет демонтирован. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.